В Алматы стартовал второй тур конкурса среди художников «Моему городу тысяча лет». 12 участников прошли первый этап и теперь попробуют воссоздать облик мегаполиса в своих пленэрных работах. В течение 7 дней они будут писать картины на открытом воздухе. Среди культурных и исторических мест города-юбиляра – парк Коктюбе, ущелье Алма-Арасан, театр имени Мухтара Уэзова. Призовой фонд – 1 850 000 тенге. Работы конкурсантов будет оценивать профессиональное жюри из 5 человек. Среди них – заслуженные деятели и искусствоведы. Принять участие в конкурсе смогут и дети. Алма-Ата не только старый город. Алма-Ата есть вот, и сейчас вот строится и новый город, все одновременно. Где-то вот старые, и новые. И, конечно, вот сама Алма-Ата, она, город имеет свои какие-то места. Все это требует такого чисто уже опыта, быстро вот поймать вот этот момент, воздух, сам, чисто вот впечатление тут, конечно, очень важно.